Всем привет! Хочу вам показать свои пустые баночки. И давайте начнем. Первое, что у меня закончилось, это шампунь. Такая гигантская, большая, в объеме 700 мл. Для меня это была очень огромная шампунь. Закончилась она у нас с трудом. Тут даже, наверное, на дне где-то вот столько осталось. Пользовалась и я, и муж мой, и котов мы мыли, тоже ее использовали. В общем, мне такие шампуни надоедают. А так, по аромату она хорошая, я могу вам ее посоветовать. Заказывала ее по распродаже, не по самому каталогу. Так что, если увидите по выгодной цене, то, конечно, берите такой объем. Следующее тоже такой же объем шампунь. Это уже фитоукрепление, крапива и лопух. Шампунь мне самой не очень она подошла и понравилась, но маме она подошла и понравилась. Это она сказала, что волосы она очень хорошо укрепляет, и ей подходит только такая шампунь больше. Так что моя мама ее советует. Далее у меня закончилась, у нас с мужем, вернее, закончилась пена для ванн «Сочная манго». Пена в объеме 500 мл. Аромат у нее очень классный. Вообще всем ее советую, эту пену. Кто не пробовал, попробуйте, вы в ней не разочаруетесь. Отличная очень пена. Хорошо пенятся они все. Аромат безумно приятный. Очень понравился. Следующее у меня закончился гель для душа. Антистресс. Он увлажняющий. Мне он по аромату понравился, подошел. Мне вот он понравился. Здесь написано иланг-иланг и пачули. Наверное, пачули пахнет больше. Не знаю, как сказать и писать. Попробуйте. Думаю, тоже понравится вам. Следующий гель для душа, который закончился, это Аман. Это гель из Faberlic я заказывала. В объеме 300 мл он идет. Этот гель экономичный, очень хорошо пенится, мне он понравился. Также вам его могу посоветовать. Следующий гель для душа, это мужа гель. Это экстрим, грейпфрут и кедр. Это один из любимых его гелей для душа из Avon. Ему он нравится, и он постоянно говорит, закажи мне еще такой. И вот я ему заказывала тоже такой же гель. Так, мужчинам я его очень рекомендую. Дальше у нас закончилась вот такая зубная паста. Это цитрусовая мята. Заказывала я ее в Faberlic. Мне она очень понравилась. Правда, запах у нее мяты и цитрусового, апельсинчиков. Но мужу она не понравилась. Он два раза ей почистил зубы и сказал, я больше такой не хочу. Ему больше чисто мята нравится, чем мята с цитрусом, но мне понравилось. Я бы ее еще повторила. Также паста зубная закончилась, лесной бальзам. Вот ему она больше понравилась, и мне без разницы как-то. Следующее закончилось мыло от Faberlic. Это малина и белый шоколад. Мыло очень хорошее, кожу не сушит, наоборот, увлажняет, но он не экономичный, не экономичное это мыло. Закончилось оно у нас очень быстро. Не знаю, буду ли повторять, даже не могу сказать. Дальше у меня закончилось средство для снятия макияжа с глаз, это Venus. Закончилось оно у меня быстро, как-то оно тоже расходовалось неэкономично. Так что по цене, я не знаю, мне его дарили, но я бы такой не взяла больше. Следующий у меня закончился от Planeta Spa. Это маска для волос. Она питает волосы хорошо, мне она подходит. Я не особо привередливая к маскам. Если уж совсем не нравится, то да, но вот эти мне нравятся, Planeta Spa. Дальше, Planeta Spa сразу покажу. У меня закончился, даже не закончился, вернее, скраб для тела. Мне он не особо понравился. По аромату эта серия классная, но он какой-то химозный сильно. Сейчас покажу. Вот такой у него цвет ядерный и скрабинки такие. Мне он не понравился. Он химозный, я думаю, слишком. И я его выкидываю, но
Так, попользовалась и больше не буду покупать. У мужа муж выкидывает вот такой станок. Он у него уже старенький. Вот я его положил в пустые баночки. То, что мы его выкидываем. Далее у меня идет 20-минутная маска обертывания для волос Банька Агафьи. Когда-то я очень много делала маски для волос через день, либо даже каждый день делала. Вот здесь маленько осталось, я ее уже не допользовала. Сейчас нашла в пустых баночках, вот я ее выкидываю. Ну, по действию она не особо так хорошая. Если сравнивать Планета Спа, конечно же, вот Планета Спа или какая-то маска из Avon, но это мне не понравилось. И последняя моя пустая баночка, это от Avon Luck. Это лосьон для тела, приятный очень аромат имеет. Я думаю, лак многим нравится. Есть и новый лак розовый, и это вот из желтенького еще. Давно очень заказывала, уже это пользовалась, в общем, с удовольствием. Всем советую. Вот и все мои пустые баночки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.